Ночевка Люси. Пикник в маленьком королевстве. Это здорово! Какое еще маленькое королевство? Пап, ну как же? Такое, где живут феи и эльфы. Люси, мы это уже обсуждали. Феи и эльфов не существует. Да нет же, они есть. Конечно, милый, ты же сам их видел. Ха-ха-ха, это все, конечно, очень мило. Я раньше подыгрывал вам, но хватит уже глупить. Это все равно, что сказать, что животные умеют разговаривать. Привет, Люси! Говорящее животное! Это я, эльф Бен. О, привет, Бен. А почему ты кролик? Холли меня случайно в него превратила. Это было говорящее животное? На помощь! Рекс, вернись! Рекс, нет! Плохой пес! Привет, Люси! Привет, Холли! Ты тут не видела говорящего кролика? Видела, он только что был здесь. Вот и я. Плохой Бен. Тебе нельзя убегать, когда на тебе чары. Вы рассеете чары? Конечно. Так-то лучше. Давайте теперь во что-нибудь поиграем. Давайте в мяч. Лови, Бен. Лови, Фиолет. Вот бы мне с вами поиграть, но я слишком большая. Не проблема. Сейчас я тебя быстренько уменьшу. Ой! Класс! Я маленькая! Люси, теперь ты совсем такая же, как мы. Я что, навсегда останусь такой? Нет, только до утра. Завтра ты снова станешь большой. А можно и Рекса уменьшить? Теперь ты сможешь делать то же самое, что и мы. О, а можно мне покататься на Гастоне? Ладно! Держись крепче за рожки. Нажми на них, чтобы поехать. Теперь потяни на себя, чтобы взлететь. Сильно не тяни, а то он сделает петлю в воздухе. Это так весело. А можно посмотреть ваши дома? Конечно. Хочешь пойти сначала к большому дереву эльфа? Или к маленькому замку? Хочешь ко мне в гости? А где ты живешь, Стробери? Мы с Фиолет живем в деревне фей. О, я очень хочу увидеть деревню фей. Хорошо, тогда за мной. Вот она, деревня фей. Ого, вы что, живете в мухоморах? Да, раньше мы жили в съедобных грибах, но большой народ собирает их. Никто не ест мухоморы. Но я не вижу дверей. Дверь есть, она волшебная. Нужно стукнуть 3 раза. Покрутиться и сказать: Сим-Сим, откройся! Видишь? Приветствую вас. Здравствуйте! Привет, папочка. Мой папа мэр фей. Да, и ты пришла вовремя, как раз к собранию. Какое собрание? Срочное собрание! Срочное собрание! Как ваш мэр, я созвал это срочное собрание, потому что на нашем лугу большой народ! Двое взрослых, маленькая девочка и собака. У них пикник. Как вы все знаете, большой народ опасен для нас. Можно мне? Они наступили на моего прадеда! И съели мой дом! Нам нужно быть очень осторожными. Если увидите большой народ, бейте тревогу. Я видела большого человека. Что? Где? Кто? Я большой человек. Большой человек! Тревога! Тревога! Большой человек! Эй, я что, им не нравлюсь? Не переживай, Люси, ты же не виновата, что ты из большого народа. И сейчас она маленькая, такая же, как мы. Люси наша подруга. Да, посмотрите на ее ноги, они такие маленькие, она никого не раздавит. Да, она выглядит достаточно маленькой для большого народа. Холли уменьшила меня. А, понятно. И большая, и маленькая Люси всегда остается нашей подругой. В таком случае давайте отменим тревогу. Люси, хочешь с нами пообедать? Прошу тебя, будь нашей гостьей. Пообедать? Ой, я же совсем забыла. Меня ждут родители на лугу. Мы проводим тебя. Идем. Пока! 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 Да, все так
Так и есть, мой дорогой. Эльфы и феи существуют. И говорящие кролики? Ну, для меня это тоже новость, но, как видно, и они бывают. Нет, я не могу в это поверить. Мы все это придумали. Привет, мам! Привет, пап! Люси! Да! Холли уменьшила меня, но это только на один день. О, как это мило. Правда ведь, дорогой? Вы не волнуйтесь, это же не навсегда. Это всего лишь до утра. Я придумала! Ты можешь сегодня переночевать у меня. О, ура! Правда? Конечно! В маленьком замке много комнат. Это будет просто здорово! Можно? Думаю, это хорошая идея. Повеселитесь. Супер! Пока, мам! Пока, пап! До завтра! Говорящие кролики, эльфы, феи, уменьшенная дочь. Идем, мой дорогой, нам пора домой. Няня, поздоровайся с Люси. Люси? А кто это? Ты же ее знаешь. Правда? Она обычно немного больше. А, Люси из большого народа. Привет. Обычно ты намного больше. Я ее уменьшила и пригласила переночевать сегодня у нас. Да? А что будет утром, когда она снова вырастет? Замок взорвется. Не переживайте, мы обязательно выведем ее из замка до утра. Ну, ладно. А Гастон и Рекс могут спать на кухне. Что? Ну, хорошо. Но только если они не будут пачкать пол. Это моя комната. Мы можем устроить ночной пир. Да. Во время ночевки обязательно должен быть пир. Это закон! О, я устала. Я тоже. И я. Полночь настала? Нет. До полуночи еще долго. Мне так спать хочется. Нам нельзя спать до полуночи, иначе это не настоящая ночевка. Боже мой, Рекс, что ты здесь делаешь? Утро уже наступило. Ты можешь вырасти в любой момент. Кыш, кыш, бегом! Ты начинаешь расти. Выходи. Успела. Еще бы чуть-чуть и быть беде. Ну что же ты шумишь? Ты нас разбудила. Холли, а где Люси? Она еще спит. Что? Так буди же ее и выводи из замка скорее, пока она не выросла. Точно! Мы забыли! Люси! Люси! Проснись! Что такое творится? Ты растешь! О! Бежим скорее отсюда! Скорее, скорее, все наружу! Ой-ой, слишком поздно. Ого, вот так пробуждение. Милая Люси, ты в порядке? Я в полном порядке. Доброе утро, Люси здесь? Вообще-то да. Я просто хотел извиниться перед ней. Не все большие люди ломают наши дома и наступают на нас. Ой, простите, пожалуйста, я нечаянно наступила на вас. Ничего страшного, на меня еще никогда не наступал такой хороший человек. Ну а как же мне выбраться из замка? Немного магии, и все будет в порядке. Фуф, спасибо, няня Плам. Люси, пора домой. Это моя мама, мне пора. У вас было здорово, спасибо. Да, это было весело. В следующий раз мы придем к тебе в гости. О, прекрасная идея, пока. Вот ты где. Привет, Люси. Ты хорошо провела время? Это было самое лучшее приключение. Правда, Рекс?
Thank you.